Добрый день, друзья мои. Сегодня я установил себе игру Assassin's Creed Изгой. Это... Для меня это на самом деле первая игра из серии Assassin's Creed. Поэтому играть буду я впервые в эту игру. Попытаюсь ее пройти. И заснять, естественно. Если первый ролик наберет достаточное количество просмотров и лайков, то есть если это будет интересно зрителям, то скорее всего я выложу еще видео с прохождением игры, и очень вероятно, что я ее полностью пройду, если видео будет просматриваться. То есть, если вам нравится, я буду снимать и попробовать это для вас. Если это не... Ну, надеюсь, что вам понравится, поэтому мы начинаем. Начинаем новую игру. Пусть имя так и остается. Это самое, что ни на есть начало. Напомню, что релиз игры на ПК был 10 марта. Сегодня у нас, если не ошибаюсь, 29 марта, день записи. То есть 19 дней прошло. Ну, можно сказать, что еще это, можно считать это еще новинкой. Так, начало. Послушаем, что будет говорить. Кстати, игра обещает быть красивой, с красивой графикой, и для любителей всяких пиратов там и морских боев это очень интересно будет. Большая часть игры состоит в том, что на кораблях там катаемся, друг друга бьем. Ну, как я слышал. Это основные догмы. Это правила, по которым я жил. Когда я был молод. Хорошо прорисовано, да? Что-то мне Skyrim напоминает. Я только знал, что готовил мне судьба. Какой центр я сглажу. Как он по веткам прыгает, что обезьяна. Шеи. Вот как все было. Как все было. Ну сейчас узнаем, как все было. Так, если не ошибаюсь, надо сейчас будет его убить. Так, так. Как мне... надо по веткам. По веточкам. А дальше куда? Не-не-не-не-не, дружище, никуда. Вот сюда, да. Вот обезьяна, ё-моё. Так. Смешно так. Сейчас хотя бы дров заготовлю. Ай-яй-яй-яй-яй! Как так-то? Признай, я почти тебя достал. Да, я понял. Это не что. Шутки-мутки, да? Я так расстроился. Мы, наверное, пропустим видео, будем дальше играть, да? Расскажи-ка, как ты из них выбираешься. Ух ты, что это? Виртуальная реальность? Быстрее. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Так, надо добраться... Ага, я понял, нам надо добраться до корабля. Будем там разборки устраивать. И все же, почему ты не можешь рассказать, зачем мы здесь? Что я считаю, тебе не стоит? Как они разговаривают и бегут? USB эти, как его... гарнитура? Так, дружище, я тебя потерял. А, вот ты. Почему нельзя просто пойти по дороге? Почему даже по деревьям скакать? За тобой смотрю, чтобы не споткнулся. Дружище. Давай, на дерево, обезьянка. О, орел. А куда дальше? Дружище, я боюсь. Как куда ты делся? Не понял. Не, это, конечно, красиво, но что мне делать? Нажмите Shift плюс пробел и сдвиньте ASD к стоку стены или... здесь будет прыжок веры, типа. Красота. Красотища, просто красотища. Ну, все, пошли. Жесть. Я видел это на ютубе, как прыгали чуваки, да. Первый прыжок веры, так сказать, посвящение в ассасины. Давай быстрее, кабан. Йо-хо-хо, бутылка рома. Мы охотились. Что случилось? На моих людей на поляне близкие псы. О, капитан Жозе.
Помнится, мне пригрозились перебить их одной левой. Капитан Луи, Жозеф Готье, шевалье де ла Верендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаешь, что это значит? На тебя возложено время великих древних традиций. Понятно. Как пропустить-то все? Учиться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Ух! Мазал с мочом. Как ты смеешь проявлять неуважение? Чё это? А, надо его бить, да? На, получай. Я научу тебя хорошим манерам. Чтоб парировать удар? Типа, чтоб красоту сделать, да? Ну. Да ёлки-палки. Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться... Больше игры, ребята, мне надоело. Опять виртуальная реальность. Будь осторожнейший. Королевский флот будет ждать. Освободить контрабандистов. Окей. А у них нет ни шансов. Как-то можно камеру отдалить? Куда? А, туда. Ай! Больно! Так, надо аккуратненько пробраться. Ага, так. Вальяжненько, подходим. Красоте. Не главное стоит и смотрит на меня, смотрите. Я такой вальяжный. Фантастика. Окей. Да чё ты? Ай! Отойди отсюда, друг. Как так-то? Спасти. Не повесить уже. Это свой, да? А, это тот мудак. Я понял. Кабанжи, ну что ты не помогаешь? Как хорошо проработан геймплей самих битв, да? Довольно красиво. Я не играл, конечно, в предыдущей части, но мне очень нравится, как он дерется. Ладно, пойдем дальше. Да, на корабль идти, я точно понял. Сундучок. Ограбить. Вальяжно, подходим к нему. Эй! Привет! Мафия! О, ты меня заметил, да неужели? Походу я сейчас откинусь. Да, чё? Я столько уже ударов не сделал, а он до сих пор живой. Глянь. Ах, кишки вспорол, красотень. Ну, в общем, драка была не очень-то удачная. Подобрать тело. Ага. Нахрена? Кинули за борт. Хорош. Ладно. Это сундучок, да? Нет, не важно. Ну все, вы свободны. Оу. Привет. И как всегда найдутся те, кто спасут нашу задницу. Действительно.
Где же раньше были, друзья мои? Что ж там сидели, шкирились? Пока я один разбирался с ними. Ну и ладно, а спасли, значит спасли. Их я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, это естественно. Так, пропускаем это. Виртуальная реальность. Нажмите да, W, чтобы двигаться. Давай. Окей. Штурман, кое-кто из тех, кого ты спас, неплохо. Я уверен насчет трех капитана. Замедлится S. После меня, к тому же, корабль не повредит. Даже такой. Красотища, да, какая? Какой пейзаж? Твоя личная лака. Так, вижу цель. Стрельба из пушек. Чтобы выстрелить из пушек, двигайте мышкой, удерживая ЛКМ, ПКМ. Чтобы прицелиться, зажмите ЛКМ для выстрела. А, понял, все. ПКМ для прицела и ЛКМ для выстрела. Будет вполне прилично для семьи. Приступим. За дело. Сейчас будет отличная битва. Называется Морриган. Самая глупая идея, выкурившая Мерлина. Тихо. Ну, чё ты не целишься, друг? Потопят его. Ай, красота. Так, аккуратно тут у нас. Дрейфуем. Ой, сейчас. А на обладаш как взять? Разворот, поворот. А он. На. Замедляемся, делаем кружок. Ай. Ага. Ах, по нам зарядили. Получайте, мрази. Все. Еще. Так-то. Слышали, друзья? На того напали. Ух. Что, уже напились с утра пораньше, да? В такую холодину и пить, как-то, мне кажется, это бррр, дурость. И куда же мы держим курс, Шейн? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан. Как мудро. Какие пейзажи. Красота. Assassin's Creed Изгой. Почему Изгой, непонятно. Потому что такой перевод, действительно. Туплю. Что ты там натворил? Эй! Это какой-то спящий вирус? Что? Держись, я тебя вытащу. Не надо меня вытаскивать никуда, нормально все. У меня корабль свой есть теперь, команда. Я теперь настоящий пират. Что? Кто ты такая? Извини, что так грубо. Наушник в порядке? Не понял. Ты был в Анимусе. Где? В Анимусе? Чтобы получить доступ... Я в Анимусе был, охренеть можно. Это Ану, что ли? Работаешь, ну ладно, я понял, хорошо. Все, я вспомнил. Что дальше? Почему я здесь, а не там? Теперь в здании бардак. Нам нужен твой босс. Ни хрена не понимаю. Ну ладно. Вот, это коммуникатор. В здании не заблудиться, ты что? Иди за мной, скорей. Ух ты, книги. Книга Assassin's Creed? Ребята, я не знал, что такое есть. Жесть, ладно, пойдем за ней. А то будет рваться баба, это зло. Ага. Привет, цепочка. В чем дело, черт возьми? Действительно. В твоей кормок находилась ловушка, какой-то вирус. Хоть кто-то мне объяснит, в чем дело, а? Дамы. Потом уничтожим. А
чем вы трете? Изолируем. Я собираюсь их изучить. Кстати, у нее ноги кривые, то есть справа дама. Кривые ноги и какие-то глаза тоже косые. Что ж, мне будет нужен ваш баланчик. Вы не против, мисс Дурей? Да я что ли баланчик? Не удивляйся, но ты будешь работать на людей, которых мы наняли, чтобы... Ты мне говоришь, да? Мистер Олсберт и мисс Майлида Костер. Спасибо, окей. Окей. Проверю под сотрудники и разберусь с прессом. Делай то, что они скажут, ладно? Да у тебя ноги кривые, иди давай. А ты не симпатичная. Это, конечно, не твоя вина, но все-таки вирус выпустил. Я? Ух ты, ух ты. Она смотрит за мной. Класс. Я понял, в Call of Duty играл, так, когда бегаешь вокруг чувака, который с тобой говорит, он смотрит тупо прямо. А это поворачивает голову. Молодец, умница. У тебя айфон? У тебя айфон? Слышь, дай айфон, а? Дай айфон. Дай айфон. Да, я тебя не слушаю вообще. О чем ты? Похоже, лифты не работают. Мы тут застряли? Да? Да, ну ладно. Давай, чем-то интересным займемся. Давай. Ладно, срать. Куда идти? Туда идти. Тут не пройти. Идем сюда. Ух ты. Я б тут поработал, да, господа? Гляньте, на жопе валяется какой-то экранчик. Не под жопой. Это чтоб яйца сканировать, да? Сканировать пердуны твои, да? Пердюк, но не проверяют. Пердюк, короче, соответствует всем правилам. По ГОСТу. Скажи мне, индикатор Wi-Fi мигает? Отлично. Значит, доступ к сети не есть. Давай, подключи меня к ним. И как? Буква ХЕ? Ну да. Если поднимется, подключу твой ним с обратным сексом. По идее, если соединить лучи с нужными сегментами, все получится. Но вот в чем дело. Круги надо перемещать, чтобы луч был направлен на каждый сегмент. Что ты придумал вообще? Понял. Если сделать все как следует, система перезагрузится. Понял? Попробуй. Давай. Так. Угу. Слушай, вуаля. Это было не так сложно. Мастер, это мастер. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, обращенным жадностью, вступившим в сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Аль-Таира ибн Ла-Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Пропускаем, да? Значительно ближе. А, хрен там. А, нет, пропускается, да, окей. Так, источник вдохновения Аль-Муалим. Берг обнаружил, что мудрец горы был и правда мудр. Окей. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, возвращенным жадностью. Твою мать, я что хочешь, я пропустил? Сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдем. Понятно, это не пропускается. Смотрим до конца, ладно. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим... Ну, вы потом перемотаете просто, если захотите. Вступившим сговор с тамплиером... А они придется это слушать теперь сядь. Жесть. Я вижу в нем умного и хитрого... Что мало он прожил. Используя своего лучшего ассасина... 56 лет, что ли? Аль-Таира ибн Ла-Ахада. Он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного — мира. Но их способы достижения цели...
Твою мать, опять что-то нажал. Ассасины утверждают, что... Ничего не нажимай, друг, ничего не нажимай, я тебя прошу. Ибо мы отсюда не уйдем. Захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина... Ничего не нажимай, ничего не нажимай. Он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного — мира. Но их способы достижения цели различались. Если бы Аль-Таир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно. Лишь когда Аль-Таир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец с горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения, твою мать. Можешь говорить о других ассасинах? Наконец-то. Я ничего не нажимал, оно само. Ассасины утверждают, что Альму... Что делать? Ассасины утверждают, что Аль-Муалим... Вернуться к игре. О, твою мать, я это зря все слушал. Да, я не хотел это тоже видеть вообще-то. Хочу, хочу. Здоровья и живой, товарищ. Секьюрити. Да, я видел, валяется там. Ты разблокировал память шеи Кормака. И сейчас мы на пороге большого открытия. Должно быть. Не хочу я заходить в мои файлы. У тебя много вопросов о работе. Я во мне. Пока скажу лишь, что ответы в истории шея. Просто так. Этого не объяснишь. Куда идти? А, телефон. Вот это что ли? Документ с планшета. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Куда идти? Пойдем туда. А, сюда нельзя. Тут я уже был. А куда ж мне идти? Своему этому анусу идти. Это мой анус, да? А это не мой анус. У меня тут книги стояли и все такое. И это не мой анус. Вот мой анус. Ну еще. Пускают, покиньте воинам. Блин, это Call of Duty или Assassin's Creed? Че я лажу по какому-то офису с этим планшетом? Я хочу драться там, мечами махать. О, вот так-то лучше. О, не. Сколько воды утекло? Здоров, бро. Йоу, нига. Офигеть. Пропускай. Что там слышно в лесу? Пропустить нельзя, к сожалению. Будем смотреть.
Кажется, нам есть что обсудить. Пойдем. Кто наш гость? Адевали. Он был рабом, но сбежал и освободил сотни своих братьев. Скорое воплощение нашего креда. Ясно. Готов тренироваться? Да. Но есть еще... Также повторю, что если это видео наберет достаточное количество просмотров и лайков, то я сниму продолжение, буду все прохождение игры буду записывать и выкладывать на YouTube. То есть, если вам нравится, то я буду снимать для вас и выкладывать. Если нет, то естественно ничего снимать не буду. Зачем? Для себя самого. Для себя самого я могу поиграть. Ну, в общем, не важно. А чё, меня светиться нельзя с ними? А как достать мечи? Чё ты палишь на меня? Сейчас тебя прикончу. Вот так-то. Скрытые клинки. Это шети. О, не-не-не-не-не, никаких демонов бомб. Всё, ничего не трогай. Шей, ты опоздал. Какая дама, какая... Я дам. Всего лишь первый час обучения. Ты так скучен, Кесига Лассе. Наше дело важнее веселья. Не сотрясай воздух для шея совершенствования, что для кошки ошейник. Пропускаем, Хорошо. Пропускаем. У мальчишки определенно есть там. Надеюсь, меня опять не выкинут в этот офис. Так, что мне надо делать? Начните тренировку. Тренируйтесь с Хоуп, тренируйтесь с Лаймером. Окей. Разве я могу заставлять там ждать? Я не дам. А кто ты? Не забывайся. Я учитель. Ты мадемуазель? В чем-то я с тобой согласен. Чем займемся? Всех сам. Вы двое! Что ворон считаем, следите за шею! Можешь сделать это незаметно. Что, никто не заметил меня, да? Так-то. Так, знаете, непоколебимо, так аккуратненько подошел, чпокнул его. Жесть, я тоже так хотел бы. Мне он нравится. Жесть, самое главное сгодится. Умеем выжидать, все получится. А ты не видишь? Красота. А как он, наверное, в этом хате дама валяется и ждет его. Слушайте, я что вашего убил, не понял. Чего их так много? Бери цель из куста, бери цель... А, надо... Ё-моё, надо специальное здание выполнять. Из стога. А как сверху-то убить, я чё-то не понял. Сверху.
Это ж вот он лежит, а я ж только что убил оттуда. Где ж... Ага, вон сток, я вижу сток. Прямо по курсу сток. Что ты палишь на меня, слышишь, меня тут нету. Гля, что делает? Ты что, ебанутый? Сука, палит на меня. Так, значит, сток у нас вон. А куда ты? Вот ты где. Красавчик. Я знаю, что я красавчик. Ты прям чему-то научился, Шейк. Только не надо забирать вас. Слушаюсь. Так, идем к следующему сенсею. Сенсей, ждите меня. Чему вы научите меня? По деревьям прыгать? Или с волками общаться? Ну, естественно, с волками общаться. Я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. Куда ты идешь, друг? Вон там, на дереве. Нет! Ладно. Ну, прыгнул, конечно, красиво, действительно. Главное, лишний раз не нажимать на пробел. Ой, сейчас чихну. Ой. Понял. Бляк. Да это нереально, чтобы так прыгать по деревьям. Ребята, это фантастика. Я бы обосрался. Нет, для начала бы я упал, наверное. Красавчик. Сосредоточься, чтобы найти добычу. Орлиное зрение? Что за... Как мне ее убить? Животное. Используй дары природы с умом. Да. Фу-фу-фу. Теперь используй то, что ты смог добыть. Шкура зайца. Е-е-е, красавец. Че, все, выходите отсюда. Держи пистолеты под рукой. Надеюсь, с другими учителями у тебя дела лучше. Так, идем к лимончику, да? Эй, здорово, братишка. Да. Ты мне нравишься. Сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми. Это твоё?
Не зря. Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Не зря я кобуру делал, да? Используйте. Лучше не спеши, но и не тяни, дело у нас полно. Заряжаем. Что, по одному выстрелу только? Стой на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Давай, быстрее. Окей. Я вода стоял. Ой, надо успеть. Хорош. Кто мастер, я мастер. Молодец, Шей. Так держать. Отлично, что дальше? Лес хочет кое-что тебе показать. Зайди. Добро. Встретиться с Ахиллесом, значит. И тут тебе там квест. Бляха, там еще прыгать по деревьям. Это моя стихия. Интересно, а что он не устает? А вот когда бежит. Братишка. Ну понятно, но сейчас прятаться-то не надо. Мы вроде как бы не это... Ни от кого не текаем. Хотя... Отличным стрелком. Откуда ты знаешь? Щедрый подарок. Спасибо, наставник. Корабль ждет Ахиллес. Народ Гаити будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернешь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать. Пропустить нельзя. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придется тебе, друг. Прощай, Адилан. Тот, кто владеет артефактами. Почему пропустить нельзя? Почему? Ай, блин. Я понял, принести артефакты какие-то там у туземцев забрать. Добро, братан. Ничего не понял, ну пофиг. А, мне на корабль надо. А что стрелка на радаре слева показывает мне идти в другую сторону совсем? О, бельчонок, может тебя зарезать, слушай. Класс! Кость, шкура зайца. Улучшение здоровья. Эй, харе прыгать. Ремесла. Улучшение здоровья. Подтвердить. Еее! Кто красавчик? Я красавчик. Слышь, а можно тебя убить, а? Не понял. Чё за... Ладно. Ну? Ой, дебил.
Привет. Куда? Куда ведет след тамплиер? Лай, чтобы ты отдался на воле случая? Йорнич, поле боя выбираем мы. И где, как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, путь. В путь. Удерживайте. Окей, понял. Все паруса! Арея! А только одна зацепка. Надеюсь, она приблизит нас к артефакту. А как карту глянуть? Ага, нам надо вот сюда. Знаете что, дорогие друзья, наверное, я доберусь до того места в следующий раз. На сегодня, наверное, закончу. Если вам понравится видео, вы захотите увидеть продолжение игры в моем исполнении, то смотрите видео, лайкайте его. И если наберется достаточное количество лайков и просмотров, ну это я решу сам, сколько там надо, хотя бы 1000 просмотров и 20-30 лайков, то выйдет следующее видео буквально на следующий день после того, как это наберется такое количество лайков и просмотров. Если же нет, то, к сожалению, придется оставить это дело. Так что мы, наверное, выходим отсюда. Сохранение, да. Все. Ну, в общем, смотрите, лайкайте, надеюсь, вам понравится. Спасибо за то, что были со мной. Всего хорошего, до встречи.